Слушали. Я благодарю Тебя за эту атмосферу. Я прошу, Отец, чтобы те немногие слова, которые мы сказали, могли помочь кому-то подняться, кого-то сделали лучшим христианином сегодня, размягчили сердце. Боже, пусть это не будет бесплодным. Я от всего сердца верю, что каждое собрание, оно важно. Каждый вечер поклонения, он важен. Каждый момент, который мы встречаемся с Господом,
Он для наших сердец что-то делает. Я прошу, благослови Твой народ. Господи, мы ждем Тебя. Когда бы Ты ни решил прийти, мы ждем Тебя. Мы ждем Тебя сегодня. Мы будем ждать Тебя ночью. Когда мы пробудимся, мы осознаем, что милость Твоя обновилась, и будем искать лица Твоего с раннего утра. Боже мой, благослови Твой народ. Ты знаешь нужды, знаешь, кто нуждается сегодня в исцелении, кто нуждается в избавлении, кто нуждается в освобождении, кто нуждается в спасении. Я прошу, благослови Твой народ. Пусть Твоя благодать будет на этом месте. Боже, и сейчас, если здесь есть тот, кто нуждается в этом посвящении, в том, чтобы посвятить свое сердце Господу, в том, чтобы сказать: Господь, я буду уповать на Тебя. Я не буду опираться на сынов Адамовых. Боже, косни сейчас сердце. Может быть, человек захочет заключить этот завет с Тобой. Захочет перепосвятить свою жизнь. Боже, это время. Завтра может не настать. Или завтра Ты можешь прийти за своей церковью. Я прошу, Отец, пусть сегодня никто не будет легкомысленным. Сегодня время принять решение. Я буду уповать, я буду любить, я буду верить. Если кто-то желает, чтобы за него была совершена молитва, кто-то хочет посвятить свою жизнь заново, кто-то осознает, что он не доверяет Богу, кто-то осознает, что он остыл, что его отношения с Богом не прежние, что его посвящение сегодня изучению Слова недостойное, недостойное от любви. Не хотите ли вы пройти вперед, чтобы пастор за вас помолился? Если у вас есть в сердце желание посвятить свое сердце Господу вновь и вновь, проходите вперед, пока мы еще будем петь. Пусть это будет, как сказал брат Андроник, человек выходит сюда, и он не должен думать о том, как на него посмотрят. Может быть, он 30 лет во Христе, но если сейчас Христос зовет ваше сердце, это время для того, чтобы принять решение, и у решения есть сила запечатывания, когда у вас будет способность жить дальше той посвященной жизнью упования. Да благословит вас Бог. Будьте серьезными. Это то время, когда вы можете склонить свои сердца, посвятить свою жизнь, и это будет живым и действенным. Все, что сделал.